Здравствуйте, дорогие друзья. Представляем вам компанию Регент и брейкинг-центр, находящийся в городке Васби, в Вейсби, около Стокгольма. Здесь у нас, соответственно, представлена флагманская модель вакуумного охлаждения. Можно себе только представить, какая это агрегат чудесный. Вообще резинка, которая прижимает распорочки. Ну все какое-то такое вообще катастрофически большое. Напольный датчик, по которому работает вакуумное охлаждение. Видишь, так сделан пол, что в случае образования конденсата, если конденсат оказывается внизу и, соответственно, оттачивается насосная система. Монументально. Управление его, соответственно, у нас температуру, то, что показывает напольный датчик, и атмосферное давление, и время, и, соответственно, машина отрабатывает заданная, скажем, работа вакуумной машины и температура находящейся в продукте. Так все просто. Здесь очень много-много. А, это у нас система поднимает.